Всем привет! Мы снова еще тут. Мы никуда не уехали. Вот находимся в бухте Идл. Вот она тут справа, там за мысиком. Покидаем бухту, можно сказать. Мы, да, покидаем бухту, по камушкам прошли сюда. Вот. За нами шли три собаки. Интересно, две такие охотничьи, да, спаниели. Вот, и они были очень рады и счастливы мочиться и ходить по камням. А третья такая домашняя. Вот, и она хотела домой. Она, в общем, любит домашний образ жизни, как я. В итоге вот до того места вот дошли, покажи это место. И девочки с собаками развернулись, потому что там одна собачка не смогла дальше. Вот, ну а мы попробуем еще подальше чуть-чуть. Сергей любит фоткаться на камнях. Вода очень чистая на самом деле. Красивое дно. Все замечательно. Место тоже хорошее, уединенное, народу нету. В принципе, погода такая не особо для народа. Ну там, давай, завершай как-то. Ну, нам все нравится. Вот такие необычные пейзажи. Пока-пока.